Тихо, там сзади, Валёк. Ну чё ж ты, зад-то, зад надо прикрывать. Чё ж ты, блин. Давай, ты сзади, я здесь, отсюда буду заходить. Вот этот мощный, да, полупокер, блядь. Вообще мощнецкий какой-то. Валёк там воюет, дай-ка я ему помогу. Стоять, сволочь. Держал стимулятор смелости. Всех приветствую, дорогие друзья, подписчики, зрители канала. Итак, мы опять рядом с вами с боевой зоной, локация. Так, там что у нас, винтокрылы уже нарисовались? Да, вон воюют с мутантами. Дело в том, что вне кадра, смотрите, вон братство стали двигается. Вне кадра, ребят, помните, да, в прошлой серии у нас вынесли с вами в политехническом, да? Просто разорвали на части. То есть вне кадра я модифицировал стволы. Переместился, купил, посмотрите, какую красоту на локации добрососедства, и переименовал мучитель, ствол уже с барабаном, с барабанным магазином, боевой дробовичок. Давайте его, наверное, сразу на быстрый слот вместо обреза стрелка поставим. Да, попробуем его в деле. То есть у меня просто намерение есть. Смотрите, какая красота, а? То есть барабанный магазин уже у него был, я там увеличил урон до превосходного, плюс насадочку воткнул. Есть предложение, ребят, посетить снова локацию политехнический и разобраться со всей той швалью, которая нас просто вынесла в прошлой серии. Там мощные бойцы, учитывая, что мы настроили соответствующим образом по урону, так что нам наносят гораздо больше урон враги, нежели мы им. То есть немного скорректировали, чтобы посложнее игралось. Это первое, ребят. Второй нюанс, который хотелось бы отметить. Опять же, по вашей ссылочке воткнул я мод, который включает в себя изменения по балансу игры. В плане не худо, в плане имеется в виду лута. Ну, то есть сейчас будет гораздо меньше лута на пустошах. Это касается и медикаментов, и всего остального. Ну, там еще плюс, этот мод позволяет также с помощью удобного интерфейса все настроить. Там еще разработчик коснулся лута. Плюс вплоть до того, что ваши посадки там можно настроить так, чтобы они медленнее росли или быстрее. Там, когда вы урожай будете собирать, через сколько дней. Как бы небольшой ребалансер. Просто имейте в виду, почему нет таких глобальных модификаций пока что на Нексусе. Дело в том, что, ребят, практически все модификации, которые сейчас есть на Нексусе, делаются с помощью программы FO4 Edit и корректируются также с помощью этой программы. Мододелы об этом постоянно напоминают обычным юзерам, вот нам, пользователям. Кто в теме, тот в курсе. То есть может самостоятельно с помощью этой программы что-то подправить, если видит какие-либо казусы. Эта программа позволяет их выявлять, потому как моды с помощью нее делались. И, соответственно, устранять, если какие-то недомолвки, ну, то есть не то, что какие-то нюансы возникают в этом моде. В скором времени, по моей информации, должен выйти инструментарий, полный инструментарий по созданию мода, так называемый ГЭК. То же самое, как у нас на третий Fallout и так далее. В начале где-то 2016, вот тогда уже будут более качественные модификации и так далее. В принципе, и на данном этапе с помощью FO4 Edit многие из них хорошие модики, да, представлены, ну, допустим, даже те, которые у нас. Но в целом я почему вам об этом говорю, имейте в виду, если у вас какие-то там нарекания, не стоит там сразу же верещать на автора. Разберитесь с этой программой, это очень немаловажная программа, которая позволяет маневрировать с помощью, ну конечно, самому там приходится, с помощью чистки, с помощью совмещения этих плагинов, вплоть до создания их. То же самое, что мы делали, я об этом уже много раз говорил в третьем Fallout, да, какие необходимы программы.
И все инструкции есть, как им пользоваться, и видео достаточно много на YouTube. Вполне возможно, я выпущу видео именно как пользоваться этой программой, так чтобы было вам всем ясно. Так, далее, третья немаловажная деталь. Посмотрите сюда, у нас с вами броня Т-45 снова, да? Почему? А лишь только потому, что в процессе движения по локации добрососедства, выполнения квестов, общения с людьми, у нас эти сволочи, я имею в виду гопники локации добрососедства, угнали бронь. Потянули, пока я там ходил. Дело в том, что я не вытащил из брони силовой блок. И, соответственно, мы лишились хорошей брони. Ну, это не страшно, ребят. Опять же, посмотрите, я ее починил. Это не страшно. То есть мы ее получим в Братство Стали. И вообще, в скором времени будем переходить на обычную броню, модифицированную, то есть без брони силовой. Пока просто я изучаю. Там, посмотрите, действительно какой-то бой идет. Так, и третий еще нюанс по... моду я сказал, да, по наворотам стволов. То есть немного я модифицировал. Праведник также увеличил урон, чтоб помощнее был, патрончиком разжился. То есть вне кадра этим вплотную занялся. Немного улучшил наши стволы. Не только этот боевой дробовик сейчас у нас мощный, но плюс еще и властелин наш снайперский, там урон ему помощнее сделал, насадочку воткнул. Потом лазерный чуть там, по-моему, увеличил урон. В общем и целом, сейчас попробуем еще раз с вами штурмануть локацию политехнически. Раскрошить им всем там черепа и отплатить за неуместную бойню в прошлой серии. Потому что, блин, там и миниган нам особо-то и не помог. Там бойцы у них легендарный на легендарном. То есть урон, конечно, там, ну, не по уровню немного зашли. Еще раз повторяю, учитывайте тот нюанс, что у нас настройка 3x множитель я на себя поставил, а им практически не менял. У них 0.5 минимум, ну то есть по дефолту 0.5, у нас 1 стоит, там на немного изменил. Поэтому, конечно, нам сложнее придется играть, имейте в виду. Так, а что, я здесь не пройду, что ли? Да, здесь мы не проходим. Поэтому сейчас будем разбираться. Ну то есть попробуем им отомстить за прошлую серию, да, так, чтобы они не расслаблялись там. Так, если что, будем, видите как, мины я забыл взять, ребят, с этими быстрыми перемещениями, все на скоряк делал, там можно вообще красиво проработать, оставить, допустим, этого, ну, по тактике, разбросать им мины, по лестнице везде раскидать, и вытягивать их, то есть отстрелял там более сильных, раз на улицу выбежал, они же все за нами побегут, можно так сейчас сделать, но я мины забыл, сейчас перемещаться уже не буду, попробуем так отманеврировать, потому что тут надо все использовать, и мины, и все остальное. Мы так крайне редко используем. Сейчас будем учтем это. Так, а где эта локация? Я что-то уже зашел куда-то, блядь. Мы вообще с вами не туда пришли. Локация, то есть, это где у нас? Они уже там, слышите, да? По-моему, там стрельба какая-то. А, вот она, эта локация. Да, вот здесь я ворота открывал. Все, заходим, мы попробуем отвоевать. Попробуем, ребят, отвоевать по новой. Так, стоп, ребят, вы посмотрите, какая у меня радиация, мама, не горюй. Прежде чем нырять, давайте-ка антирадин употребим. Там, я нахватался. Дело в том, что в процессе быстрых перемещений я радшторм был. Радиоактивный шторм мощнейший. Я нахватался радиации, тут неимоверную дозу получил. Смотрите, ребят. Поэтому антирадина я тоже набрал в светящееся море. Мы же не зря туда идем. Там вроде как нас предупредили, что вообще мощная радиация. Давайте один скушаем, посмотрим, сколько он снизит. Он сейчас медленно будет работать, скорее всего, да? И будем заходить. Сейчас немного спадет у меня радиация. Вон, потихо спадает. И зайдем, чтобы нам подлечиться. И уже, потому что тут сразу же на входе сейчас нас встретит охранник мощный. Вот заодно боевой дробовичок использую. Так, и сразу надо, наверное, знаете, что употребить? Стимуляторов я набрал. Мама, не горюй, блин. Ну, у нас и было столько. Я там еще чуть-чуть. 70, да, чтобы уже конкретно нам воевать, по пустошам ходить здесь, разруливать. Да? Как вы на это смотрите?
Да, он, видишь, еле-еле это с помощью модификации, он еле-еле восстанавливает и убирает там, еле ползет стрелочка. Видите, как восстановление идет, да, там кое-как. Так, ну что ты, Валентинович, готов к бою? Так, давайте ему, муж. Я не знаю, он тут берет, нет, стволы? А, блин, я не взял с собой ничего. А, на пистолет Келлога, смотрите, коллиматор поставил. Поставил коллиматор на пистолет Келлога. На мучитель поставил тоже. Ну, барабанный магазин был, я купил. Урон превосходный к нему, блин. И, соответственно, на праведник еще урона добавил, блин. Ну, и глушитель поставил. Конечно, с глушителем будет чуть-чуть меньше урон, но оно компенсируется другим, то, что я увеличил максимально на него урон. Ну, и скальпель. Переименовал я наш лазерден скальпель. Почему скальпель? Потому что голову срезает так, что прям как оближешь, блин. Вы помните, да, как он срезает головы. Все, немного восстановили здоровье. Заходим, ребят. Так, великолепно, мы дома, ребят. Здесь вот чудачок в прошлой серии мы убрали, да, его? В прошлой серии я снял. Так, можно Валентина здесь пока оставить. Может, по-скрытному проработать, частично там мелочь пузатую убрать, да? Тут я помню, сейчас наверху один чудак выйти должен отсюда. Вот он. Тихо. Ага, отлично. Вот здесь бы мины не помешали. Я с этим радштормом забыл там. И крышка мины у меня есть, и обычные мины. Раскидать им здесь, они сейчас побегут на нас. Однозначно тут по-скрытному, конечно, можно попробовать, но замечают они здесь быстрее с этим модом, ребят, не забывайте. Гораздо быстрее. Замечают, блин. Так, вон, это что такое? Крышка мина, обезвредить. Отлично. Ну, он уже сюда бежит, по-моему. Да, и Валек сейчас туда пошел. Слушай, а давай ее сразу кинем. Давайте ее сразу кинем вот сюда на вход. Во, во, вот сюда на вход, если что. Сейчас будем их на улицу вытягивать, ребят. Валек, иди сюда. Давай поотстреливаем. Сейчас они появятся, ребят. Это я вам гарантирую. Подождем немного. Там врагов много, я помню, блин. Можно даже вытянуть частично партию на себя, да? Частично на себя вытянем. Так. А, подожди, подожди, Валек, иди сюда. Сейчас мы по-другому сделаем. Иди, иди сюда. Давайте Валька вот здесь оставим на входе. И попробуем сами там поработать. Конечно, было бы легче без брони. Проще без брони, да, по-скрытному действовать. Но без брони нас с вами вообще убивать будут на раз. Дело в том, что у нас же, помните, да, я говорил, на трешку стоит множитель. Без брони меня вообще там с выстрела будут класть. Это бесполезно будет воевать просто. С броней хоть как-то у нас там, возможно, получится их отстрелять. Так, ну что, давайте попробуем хотя бы еще двоих-троих тут снять. Мину мы поставили. Вот так вот получится мне пройти втихаря. Так, тихо, это что, растяжка? Да, растяжечка, отлично. Вот я в прошлый раз в нее вляпался. В эту растяжечку, ребят. Да, вроде прошли. Сейчас я еще одного уберу. Вот он. Увидел, видите, сразу. Блять, да что ж ты. Что, как я так промахнулся, а? Уходим. Как я так. Да, они сейчас все побегут, блять. Давай сюда отбежим. Встретим. Сейчас, подожди. Вот он. Давай, на мини сейчас взорвется. Смотрите, дурик, блядь. Отлично. Отлично. Еще один бежит, да? Вон он. Тихо. Сейчас будем уходить. Великолепно. Сейчас будем уходить, ребят. Ну, в смысле, на улицу. А то они сейчас нас зажмут здесь.
Блять, какой... Тихо, отлично. Вот этот мощный, вот этот мощный. Вот этот мощный, дурик, блядь. Видите, да? Неубиваемый, блядь. Там он еще сверху стреляет. Так, Валек. Так, следовать. Блядь. Уходить надо, уходить, зажмут. Сейчас еще... Все, уходим, ребят. Уходим, уходим. Сейчас они вы, они все выбегут. Помните, да, что там творилось? Толпа неимоверная этих, блядь, рейдеров. Там шестерых положили, нормально. Вот эти вот крышки мины и мины вообще великолепно использовать. Они, соответственно, помогают очень сильно. Так, великолепно, уже здесь, да? Где она? Вот он. Вот этот мощный падла, блядь. Так, давай отойдем. Блять, тихо. Ой-ой-ой. Так, дай-ка я сюда отбегу, бля. Подождите, ребят. Тихо. Падла, блядь. Тихо, отлично. Лечимся. Нормально, здесь мы сейчас их уработаем. Там Валек еще поможет. Отлично. Иди сюда, дурень, блядь. Великолепно. Красивая картина, вы видели, да? Вообще просто замечательно получилось. Вон еще дурик бегает, блядь, не может найти. Это легендарный, по-моему, да? Да, легендарный. Видите, как наворотили? Прекрасно я поставил превосходный урон на этот. Тихо. На праведник наш. Да куда ты там спрятался? Дурилка ты картонная. Я тебя сейчас срисую, бля. Блять. Тихо. У меня патроны уже заканчиваются на него. На этот строчильник, бля. Так, отдышимся. Где он? Вот он. Блять. Это легендарный, братва. Да не дергайся ты, падла, блядь. Великолепно сложили. Так, Валентин загибается, помогаем. Я не уверен, что мы всех положили, но сработали. Вот то, что я и хотел изначально. Так и надо было. А, все, восстановился, молодца. Вот такой здесь враг, видите как. То есть мощный. Блядь, еще не всех завалили. Давайте лечиться. Вначале сейчас сюда зайду, подлечусь. И потом уже будем опять заходить туда. То есть однозначно не всех отстреляли мне. Осколочная мне. Так, а, ну подлечились. Как ты там себя чувствуешь, Валек? Все good? А с минами было бы вообще в аккурат по-скрытному туда проползти и раскидать вот эти крышка мины, да, они там половина повзрывались. Но опять же, имейте в виду, ребят, тут арбитрейшн этот мод, который моментально не замечает нас. Усилил он, имеется в виду, видимость врагов, их зрение по отношению к нам, даже независимо от нашей скрытности. Но опять же надо прокачивать. Там это все отрегулировал вроде как. А, так, усиленный. Давайте вот эти все усиленные забираем. Да, вот смотрите, насыщенный плазмой охотничий карабин. Дополнительные 10 единиц энергетического урона, возможность превращать противника в слизь. Ну, возьмем его. Может, даже я потом с ним что-нибудь поманеврируем там. Соответственно, ну, придумаем там, соберем что-нибудь хорошее. Так, блядь, Валек, дай пройти. Ну, Валек тоже задницу нам прикрыл, да? На себя, так сказать, оттянул частично врага. И, соответственно... Да, но зато я потратился. На праведника у меня уже патронов не так много, ребят. Надо сейчас будет брать, наверное, боевой дробовик. Я так и не поюзал его, да? Дочищать. Все остальное дочищать. Так. Вот он, еще один полупокер. Ага, отлично. С утра пораньше у нас время, да? Формация. 8:20, да, с утра пораньше. Сейчас разберемся и дальше идем к светящемуся морю. Все, запрыгиваем внутрь, дальше чистим. Так, берем в руки мучитель наш.
Так, мучитель на каком у меня? Не-не. Я имею в виду этот дробовик, который новый наворотили. Сейчас его поюзать попробуем. Так, ну что, погнали наши городских. Дочищаем, да? Дочищаем, кто тут есть. Дочищаем. Я не думаю, что тут... что тут много народу осталось. Ладно, потом обыскивать будем, ребят. Обыскивать будем немного позже. Да, осматривать здесь все. Микроскоп – это хорошая вещь. Так, ну чё, сволочи, где вы все попрятались-то, а? Ребят, где они все попрятались-то, а? Передняя нога рабопони. Надо собрать, кстати. У меня здесь запчасти, я же выкладывал вроде как, да? В смысле, не продавал, а выкладывал. Дешевый чудо-клей, вот эта пишущая машинка, нам тоже пригодится. Валек, а что здесь ты нашел? Крышки, ты тайничок с крышками обнаружил, да, мой верный друг? И ядерный заряд. Да, можно же ручную установку использовать против этих рейдеров легендарных, там, толстяк или, помните, да, типа РПГ. Так, терминал возврата книг. Голова рабопони. Голова рабопони тоже, наверное, понадобится нам. Антирадин Радикс. Отвертка. Так, а что тут у вас в терминале пишут? Ну-ка. Здесь вы можете вернуть просроченные книги, имеющиеся у вас наличие. Также потратить накопленные жетоны возврата книг на самые разные интересные призы. А что за жетоны? У вас осталось 0 жетонов. Сахарные бомбы, а, ну видите как, 28 жетонов. А, это жетоны на метро, что ли, да, мы? Или что, какие жетоны? Потратить можем, да, приобрести просроченные книги. У меня нет. А, во, невозвращенная книга, предмет удален. 5 крышек. А, стой, а я же здесь, по-моему, где-то книгу эту видел. Где-то здесь была, да? Понятно, видите, как тут эти жетоны можно активировать, которые мы собираем, да? Жетоны плюс книги возвращать и получать крышки. Ну, там по мелочи, конечно, но, в принципе, приятно, почему нет. Будем иметь в виду, да? Будем иметь в виду. Ладно, Валек, пойдем дальше. Пойдем прогуляемся дальше, осмотримся. Так, а где они все? Я понять не могу. Какое огромное помещение. А? Ребят, вы посмотрите. Просто огромнейшее помещение. Блин, ну, Валек, зачем ты на его шуганул? Мы бы и так его... Тихо. А чё вы со своими товарищами-то не пошли, а? Сволочи, блин. Вон он. Блять, а. Надо ближе подходить, у него-то урон все-таки легендарный, мать его. Отлично, это легендарный просто был. Да, неплохой такой саунд, да, у боевого дробовичка. Просто великолепный, блин.
Тебе еще перезаряжаться, скотина! Так, мне надо подлечиться, пусть пока он отстреливается. Это просто легендарный был, поэтому так долго его валить, блядь. Подождем немного, ребят. Валек там справляется. Валек там справляется. Надо ему ствол вручить какой-нибудь, да? Ну, сейчас. Так, давай, Валентин, ты там пока поотстреливай, я осмотрюсь. Что здесь у них? Солонка, перечница. Крышка мина обезвредить, отлично. Еще одну крышечку мину нам понадобится. Обязательно будем использовать. Тошка-картошка, это нам... Это нам надо будет посадить в санчкуаре. Так, а что ты этого придурка не снял, что ли, Валек? Похоже, что нет, да? Давайте к легендарному подойдем. Я тут ему череп отстрелил. Вот. Ох ты, молниеносный пистолет-пулемет. Уменьшение расхода от на 25%. Ну, мы с вами ват не используем, но возьмем, конечно, возьмем. Короткий боевой. Да, я уже перегружен. Давайте сбрасывать все. Валек уже там, да? Но я перегружен, мне надо с ним поговорить. Иди сюда. Сейчас не успокоится, падла. Да он не спустится сюда, Валя, не суетись, мне. Он там засел. Я не думаю, что там какой-то мощный противник остался. Мы с тобой убрали. Давайте боевой скинем, вот этот вот. Сам для себя подберешь какой-нибудь ствол, какой тебе там удобнее будет. Молниеносный пистолет-пулемет давайте ему скинем, блин. Может, он его возьмет, да? Ну, ему патроны, наверное, тоже надо давать, да? Не знаю, надо ему патроны давать. Ну, чё ты там мучаешься? Давай я тебе помогу. Вот он. Держал, бродяга. Блин, какой мощный дробовик у нас. Праведник, мучитель. Да, Валентиныч? Самый натуральный мучитель. Слышите, там еще кто-то верещит. Я отсюда слышу. Ну, блин, идите сюда, я с вами поговорю. Да-да-да, сейчас идем, подожди, браток. Сейчас мы подтянемся. А, вон там турелька еще. Ну-ка. Отлично. Турелька так называемая. Так. Ну давай с этой стороны обойти его попробуем, да? Где он там орал, блядь? Может, в туалете засел? Тихо, Валек. Подожди, не спеши. Не спеши. Пивка не хочешь? У меня этого пива уже там немерено. Пивка он не хочет, да? Не нужен нам здесь прожектор. Микроскопы забираемся. Политехнихимлаборатория. Так, что здесь? Средний, так, сейчас Валька подзовем. Сохранимся. Так, Валек. Ну-ка,
не осмотри, а вот попробуй открыть вот этот терминал. Но это похоже управление турелями, да? Че, сможешь взломать средний? Ты вроде как справлялся вообще на ура. Средний-то у нас ломал он как надо. Заведение открыто. Ну, молодца, молодца. Ну, я думаю, это просто чисто тупо турели, наверное, отключить. Блять, ну что ты там? Да, управление турели. Ну, давай их отключим по-быстрому. Если вдруг там одну убрал я, может, там еще где какие турели, чтоб нам помех не было. Так, ладно, пойдем дальше, Валёк. Да, ствол он не поменял, да? Как ходил своей пукалкой, так и ходит. Ну, мы, видимо, не... Да, вот она, турель мы убрали. Мы ее с вами убрали. Ланчбокс. Щетка для волос, да? Вот он. Ну, это простенький. Это простенький для нас. Чудачок, да? Рейдер обычный. Так, что здесь у нас? Письменные столы. Тихо. Рейдер-мусорщик где-то двигается. Мне показалось. Да-да, тебе показалось. Тебе показалось. Да, он там наверх еще можно пройти. Ребят. И на лифте спуститься куда-то, да? Посмотрим сейчас. Огромная локация, согласитесь. Не маленькая, по крайней мере, блин. Довольно-таки масштабненькая локация. Так. А, ну это мы по кругу, да, прошли с вами. Да, здесь я подымался. Ну, давайте наверх. Наверх поднимемся, посмотрим, где он там верещал, блядь. Готовый завтрак. Да я, наверное, не буду на лифте, уже по лестнице пойдем. Там, кстати, какой-то терминал был нам. А, это выход. На балконы туда к ним. Проход на крышу. Кстати, я там частично тоже отстреливал. Надо будет подняться. И это, да, посмотреть. Так, подожди. Сложный театральный район. Ну все, в принципе, можно вставать. Я думаю, противника мы уничтожили. Тут, если кто остался, добьем. Ну-ка. Так, штатив для пробирок. Так, так, так. Если что, пропускаю, ребят, не обессудьте. Вы же знаете, я многое у нас так, за нами такое водится. Там где какой хабарок. Могу что-нибудь упустить. Так что имейте в виду. Так, меня там кто-то еще отвлекает, зовет, блядь, не вовремя, вечно не дают мне. Сказал же, когда снимаем, блядь, не дергай, не это. Да, все, мы все тут осмотрели, похоже. Отлично, молодца мои, ребят, с вами, поздравляю. Неплохая такая локация, почистили, кое-чем разжились, да? Хабарком. Сейчас я еще быстро отсюда зайду, посмотрю. Точно все сняли? Здесь мы были с вами? Так, а это что за книги там? Обгорело? Можно отваливать. А вон, смотрите, какая-то красота. Вот это что такое? Вот здесь же я, по-моему, не был, да? Да не, были.
Так, там вон дурилка какая-то картонная висит. Да, вон турель. Ну что ж, поздравляю вас. Еще одну локацию зачистили мы с вами. Соответственно, выходим на улицу и продолжаем путь к светящемуся морю. Так, легкий, но это тоже подводка к турели, наверное. Турель открывает, поэтому нет смысла его ломать. Так, для прокачки, конечно, кому интересно, можно это делать. Все, ребят, поздравляю вас. Все прошло на ура. А, стоп, вон же хабарок какой-то, на ура, блядь. Закрыто на цепочку, погнали. Сейчас будем вскрывать. Там хабарок я пропустил. Видели, да? Отсюда мы никак туда проникнуть не сможем. Да, надо будет обходить. Ладно, сейчас обойдем по-быстрому. Посмотрим уже, что там в этом ящике интересного. Так, что там у нас? Прибыток-то однозначно хороший. Скальпель даже не пришлось использовать, да, братва? Даже не... так, а как мы попадаем туда? Не отсюда случай. Это на втором... А, стоп, мы сейчас на лифте спустимся, и, наверное, там я окажусь. Правильно? Скорее всего, ребят. Вот он, этот лифт. Ну-ка, давай попробуем активировать. Куда он вообще нас выведет? Мы же не пострелим. Может, тут еще какие-нибудь подвальные помещения. Так, Валек. Иди сюда. Не тормози. Ой, короче. Погнали. Он долго будет думать. Спустится, если что. Давайте посмотрим, куда нас этот лифт выведет. Валентинович. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, секунду, ребят. Итак, продолжаем. На чем мы тут остановились? А, ну вот, пожалуйста, тут теплый прием. Теплый прием у нас очередной. Так бы сейчас ушли, да? Смотри, я же говорю, подвальные помещения у них. Да, здесь, ребят. Какая красота. Что там у тебя на руках? Гладкоствольный снайперский. Да подожди, Валек, давай уже осмотрим все тут. Раз начали. Успеем мы на пустошах с тобой развлечься. Раз уже начали, будем до конца юзать. Кепочку не хочешь себе вместо шляпы? Смотри, там бейсболочка. Как красивая. Ну, жвачку ты, наверное, не жуешь. Я так понял. Ой-ой-ой, тут что за дела у нас? Не, не вставай, паря. Не вставай. Это легендарный. С головой медведя какой-то там босс. Вы видели, да, эту картину? У него на голове маска медведя. Медвежья маска, по-моему, была. Это что? Так, сейчас мы с ним разберемся. Слушай, это вполне возможно квестовая локация, ребят. Потом какой-нибудь квест мы на нее получим, на эту локацию. У меня что-то складывается такое мнение, что на эту локацию мы получим квест с вами. Так, 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 так. О, тут броньку можно починить. Броньку подрихтовать. Тут масло разлито, аккуратно надо. Сейчас тебе будет парадайз, блядь. Ну, он там не парадайз, что-то другое говорил.
Ну, я ему устрою сейчас такой парадайз. Подожди, а отсюда я тебя смогу обойти сейчас со спины? А, это выход, это выход. Генераторная. Это не выход, а проход дальше. Тихо, ребят. Вот он. Так, минус. Сейчас сюда прибежит, смотрите. А я его отсюда возьму, бля. Не хочет, ты смотри-ка. Ну ладно тогда. Это босс стопудово. Стопроцентный босс с головой медведя. С маской или что это у него. Да, похоже, квестовая локация. Наверное, не надо было нам ее чистить, а потом лучше по квесту сюда пришли бы. А нет, ты смотри-ка, что-то я его быстро приклал. Ну пойдем, Валек, по это. Уточним, что это за. Блядь. Да подожди, Валек. Во, молодец. О, сменил ствол. Что ты там взял-то? Боевой дробовичок. Молодца. Да, боевой дробовичок-то получше будет, чем твоя пукалка. Кто вы такие, ребят? Ну, это мусорщик, понятно. Короче, не хочу я уже бронь набирать. А это кто был в маске, так сказать? Что за чудило с нижнего таг... Ладно, не буду говорить. То вдруг кто-нибудь смотрит. Там... Адекватно прошу воспринимать. Просто есть такая поговорка. Чудило с Нижнего Тагила. Город отличный, великолепный. Но это не я придумал. Так что там без обид, кто с этого города смотрит. Ребят, адекватно все воспринимаю. Видишь, я даже упал куда-то тут непонятно. Так. Да, это был босс, ребят. Рейдер-мусорщик. Да у вас-то и брать нечего. Вот он, собственной персоной. Боска! Голова-талисман. Ну, это однозначно квестовая локация, ребят. Понимаете, в чем дело? Ну, раз зачистили, то зачистили. Че, вон там толстяк у него. У меня уже есть толстяк. И книжица несокрушимые. Excellent. Вероятность того, что вражеская атака не нанесет урона выше процента. Берем. И какой-то терминал. Использовать терминал Боска. Сейчас будем тщательно все изучать. Крышка укрепленная. Толстячок у нас есть, да, там голова-талисман. Ой-ой-ой. Ты посмотри, какая масочка хорошая. Сопротивление урону 5 единиц. Да, голова талисман. Возьмем, конечно. Короткий боевой. Бойцовская броня. Вот эта вот броня у него, наверное, тоже хорошая. Давай-ка ее возьмем и сложим. Может, потом модифицирую я ее просто, да? Под себя настрою. Где Валентинович? Ладно, пока он там ходит, почитаем терминал Боску. Что он вообще тут нам поведает? А, подожди. Начнем, да? Так, на бар Клевер мы напали перед рассветом. Ох ты! Кстати говоря, в баре Клевер у нас есть квест, который дал нам Руфус. В добрососедстве он попросил найти в этом баре пивоваренный агрегат. Это я помню, видите, как хорошо. То есть надо будет туда заскочить, снять этот агрегатик. На бар Клевер мы напали перед рассветом. Клоуну удалось пробраться внутрь и перекрыть все выходы. Тогда Скрут запустил внутрь собак, и шавки обо всем позаботились. Когда крики утихли, предложили им сделку. Они согласились. Остается только Backstreet Apparel. И тогда центр наш. Да, интересно.
Драная шавка с Крута мне чуть руку не оторвала. Мы заканчивали дело в Backstreet Apparel, и это... Или Apparel, неважно. И это дворняга отцапнула меня за руку. Пришлось пулю ей в башку пустить, лишь бы отцепилась. Мне такое дерьмо не нужно. Кое-кто может это принять за проявление слабости. Скруту достанется еще похлеще, чем его псине. Шавка Скрута, кажется, она была больная. После укуса постоянно вырубаюсь. Не могу держаться на ногах. Так, держать себя в руках. В жопу эту клавиатуру. Не могу держать себя в руках. Из ребят никто ничего не подозревает. Но если мне станет хуже, кто-нибудь возомнит, что лучше справиться с моими обязанностями. Да, у них тут это все жестоко решает, да? Как только босс проявит слабость, сразу же... Вопрос. Его место займет кто-то другой. Это и в третьем, помните, да? И в третьем Fallout много таких терминалов. Истории мы читали. То, что там босс ослабел, его убрали. Очень много. И в Skyrim-то подобное, как бы, видите. Они от своей стилистики не отходят. То же самое, помню, мы читали истории. Так, меня пытаются отравить. Вода, чистый яд. Сегодня еще троих уложил. Убийцы. Говорят, мне нужен отдых. Боятся. Боятся, я схожу с ума. Неужели хотят моей смерти? Думают, я слабый. Ошибаются. Шавка Скрута. Я ее чувствую прямо под кожей. Мышцы напрягаются. Набираются сил. От меня так просто не избавиться. Но как же хочется пить. Нужна вода. Чистая вода. Здесь внизу еще кто-то есть. Зверь. Другие банды наверняка его видели. Я вижу, как он прячется в темноте, как наблюдает холодным взглядом. Просто смотрит, затаился, выжидает. Он убивает моих людей, пока я сплю. Оставляет мне трофеи. Я просыпаюсь весь в крови. Я приказал своим поймать его, но они вернулись ни с чем. Говорят, нет никакого монстра. Хоть ты тресни. Но он здесь. И я убью каждого из них, пока они не принесут мне его голову. Видите как? Наверное, вот эта голова на нем это и был монстр, да, какой-нибудь. Так, подожди, не туда я нажал. Молодцы, ну-ка. Да, это, скорее всего, это и была голова. Молодцы, парни, поймали зверя, принесли мне его голову. Но теперь пора остальным бандам узнать, кто здесь настоящие монстры. Настало время заявить о себе. Ну, он на себя ее напялил, это дурилка. А мы, кстати, можешь примерить, а, братва? Примерим голову. Потом как-нибудь модифицируем броньку этого мудака и, соответственно, померяем броньку. Где этот Валек-то, ёпта? Я хотел скинуть ему бронь, что я так с перегрузом и буду двигаться, что ли, а? Валентин Валентинович, харе там ноги мочить. Давай подымайся, у меня есть разговор к тебе. Иди сюда. Ну, пойдем ему навстречу. Ну, неплохая, согласитесь, интересная такая локация. То, о чем я вам говорил в прошлой серии. Тут практически все локации какими-то квестами наполнены, персонажами интересными. Не просто, да, локации с лутом, но как все-таки какой-то даже тут небольшой сюжет у них. Это мы с вами поняли, прочитав терминал, да. Ну, давай, что там? Да куда ж ты, блядь, бежишь-то, а, вечно? На тебе, я не знаю, что там тебе. Броню я хотел, да, скинуть. Вот эту вот броню всю, эти вот металлическую, блядь, забираю всю. Все, он уже не может больше нести. Так. А там внизу точно никаких проходов больше? Здесь. Вроде как нету, да? Ну, толстячок, ребят, я не буду брать. У нас уже перегруз, он тоже не потянет, блин. Поэтому пойдемте, сейчас будем выходить уже. Там я хабарок хотел снять. Где-то, видимо, здесь проход. Там выше, блин. Да, это лифт.
А, в генераторную мы не сходили, да? В генераторную. Не сходили в генераторную. Вот, наверх проход. А, ну тут и по лестнице можно было спуститься, да? Не обязательно там прям нам с вами пакет крови. Блять, опять эта броня, а? Сколько ее здесь, блин? Этой брони. Блин, в мину вляпался. Под ноги надо смотреть. Или там это не я вляпался, да? Наверное, Валек. Наверное, Валентиныч. Плитка. А плитка там что-то тоже, по-моему, дает. Так, а где проход к Хабару был, ребят? Здесь, да, у нас? Проходик к Хабару. А? Закрыто на засов. С другой стороны, да. А, ну, наверное, здесь как-то обойти можно, да? Да, да тут еще посмотри, я не все осмотрел, то есть можно было пройти. Ну, здесь-то мы были уже. Подожди, а как мне попасть к Хабару-то, к тому, который мы ящик с вами... А, ну вот же я, выход, да, получается. Здесь они отстреливали меня. Там закрыто на засов, и вот эта дверь. С другой стороны, надо как-то сверху попасть. Давайте уже туда попадем, раз мы начали. Сейчас наверх поднимемся. И получится, я думаю, да? Или же даже с улицы. А нет, с улицы, наверное, а тут сложный. Да, видите как? А тут сложный, сложный мы не откроем. Давайте тогда в генераторную сходим. Еще посмотрим, где она там была у нас. Ниже немного, да? Тогда пошли в генераторную. То есть это проход с улицы, там где сложный, к Хабарку к тому, скорее всего. Сейчас нырнем еще в генераторную, по-быстрому. Так, что здесь у нас? Так, там я вон, там мы заберем. Ой-ой-ой, да-да-да. Мистейк, внизу, да, вот он. Отлично. Блядь. Давай, Валек, ты харе тут круги нарезать. Я ж все-таки... Ой-ой-ой, как вас там много, как вас там много. Короче, бой продолжается, ребят. Бой продолжается. Да, там один из легендарных был. Бой продолжается. Это здесь они зверя, да? Снимаем ядерный блок. Это, похоже, здесь они, ребят, зверя этого уничтожались. Keep your eyes open. Открой глаза. Ты что не видишь, это падла где-то... Нам что там с этим, что ли, бродит? С миниганом. А что ты опять поменял ствол-то, Валёк? А, там этот, да блять, а. У меня он рука уже подрихтовал. Так, да блин, кому всем все надо? Подождите, ребят, секунду.
Так, продолжаем, ребят. Короче, нам сегодня опять не дают поиграть. Так что, извини, сильно там строго не судите. Как бы это. Что там у нас, дурилка с миниганом или с чем? Да, я его сейчас отсюда возьму. С чем он там? Вот он, да, он там типа миниган. Тихо, 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 тихо. Да ты не лезь туда, он мне броню отбил, это падла. У него патроны закончились. Он завалил его, да, он с миниганом был. Блять, не дают нам поиграть, братва. Такая локация великолепная, а ты посмотри, куда мы вышли. Просто замечательная локация. Тут мы на 5 серий еще, наверное, с вами. Шестнадцатый уровень. Да блин, где у нас дробовик, блять, на 5-й. Падла, чуть не убила меня, а. Не люблю я так играть, когда по 5 раз, блядь, отвлекаю. Всем что-то надо. Не обращайте внимания, ребят. Просто с настроя сбили. Такой боевой настрой был. Тут, блин, такая локация масштабная, интересная, да. Я должен еще там кому-то что-то, блядь. Тихо, дай-ка я подлечусь, блин. Просто замечательная локация. Да дохни ты уже, да что ж ты за монстр такой? Слава богу. Посмотрите на меня, на мою броню, на Валька. Держал стимпак тебе. Да, красота. Еще не угомонились, да? Дай-ка мне мой скальпель, блядь. Скальпель где у нас? Скальпель дай мне в руки. Вот он. Валёк, подожди. Сейчас разберемся. Надо будет перемещаться, ребят, чинить бронь. Миниган. Да куда вот мне этот миниган уже брать? Ой-ой-ой, какой миниган тут навороченный, а? А я его не возьму, ребят. Просто какой-то навороченный. Там, наверное, объем у него, блин. Так, а если броню ему, допустим? Ну-ка, сколько... Давайте попробуем взять его. Сколько у меня перегруз будет? Так, предметы. 325, да? А что там у нас хлам? А, я сейчас скину вот это все. Давайте. Сейчас вот так сделаем. В мусорщика прям скинем. Допустим, вот эту вот броню всю. Да, и, соответственно, потянем этот. Потянем с вами. Ой, сколько у меня на скальпеле много зарядов. Сейчас будем юзать. Давайте продолжаем. На скальпель зарядов немерено. Видите, какая масштабная локация? Я, честно говоря, не ожидал. Честно говоря, не ожидал, ребят. Что мы в этом политехническом с вами. Скорее всего, сюда бы привел нас какой-то квест интересный. Какой-то интересный... Ой-ой-ой, там он сейф средний. Там сейф средний. Да. Так. Телефон болты дают, да? Во, смотри. Терминал использовать. Где там эта турель? Кого он долбит? А, собаку, что ли? Ой-ой-ой. Это у нас в броне какая-то, сволочь. Сейчас надо эти терминалы изучить. Ну и, соответственно, убрать этот. Подожди, Валек. Вот эту броньку можно снять, знаете, для кого? Броня для собаки. Давайте возьмем и поставим нашему псу. Басяныч. Так, а где здесь была турелька? Вот она, турелька.
Будем убирать. Так, дай-ка я уберу ее. Валек, только не мешай. Мощная турелька, отлично. Так, давай-ка почитаем терминалы. Валек, иди-ка сюда, сейчас будешь вскрывать этот. А, его даже вскрывать не надо. Почитаем, что тут интересного. Дистанционное управление дверью. Открыть дверь. Знаете, что я вам хочу сказать, ребят? Есть такое подозрение. Так, секунду. Есть такое подозрение, что... Ой, тут по метро можно бродить и бродить, бродить и бродить. Да, ну-ка подожди, Валек. Скорее всего, это как в третьем. Сейчас по этому метро можно куда угодно выйти. Ну, то есть на пустоши, да? А здесь что? А, ну то же самое, да? Понятно, понятно. Так. Так, так, так. Давай этих обыщемся. Броня, да броню-то я снял уже. Туда еще надо к Хабарку пробраться, да? Да, вот он, проходы в метро. Ну-ка, Валек, подожди, насчет метро это понятно. Ты кого? Ты с кем там разговариваешь? Кого ты там не видишь? Тут же прожекторы, прожектора по всему.